Телекомпания «Вид» представляет. Зрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». У музыки могут быть тысячи одежд, сотни лиц, но всего лишь одна душа, имя которой – любовь. С чего так патетично, Валдисты, начинает программу? Да просто сегодня такое настроение. Добрый день еще раз. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. Появляются наши игроки, вы чувствуете, что творится на трибунах. Все их любят, все ждут, когда они займут свои игровые места, они это делают. И мы начинаем наше шоу сию секунду, то есть незамедлительно. Здравствуйте, уважаемые участники. Ну, вы знаете, вот есть некий диссонанс между тем, как ревут трибуны в вашу честь, и такими легкими полуулыбками, которые царят на ваших лицах. Улыбайтесь шире, потому что вас здесь все любят, и все хотят с вами познакомиться. Участница под номером один – Татьяна Морозова! Домохозяйка считает жизнь самым большим подарком судьбы, черпает вдохновение в наступившем дне и свете солнца. Участник под номером два – Владислав Бахмутов! Инженер-конструктор, восхищается трудами академика Сергея Павловича Королева, убежден, в жизни всегда есть место подвигу. И третья участница нашей программы – Наталья Гаврилова. Работает заместителем директора начальной школы, привыкла рано просыпаться, а если надо, может вообще обходиться без сна. Очень ответственно относится к своему делу, более 18 лет. Ее любимая цитата – и все-таки она вертится. Да, действительно, у нас сейчас все завертится, закружится в безумном ритме нашего шоу. Но для этого, Татьяна, вам нужно будет выбрать первую категорию. Женское счастье. Когда поют солдаты, оркестровая яма. Здравствуй, век. Может быть, женское счастье? Женское счастье. Тем более, что в этой категории женщины, как правило, играют гораздо успешнее мужчин. Одного из своих соперников вы можете исключить, хотя я бы не сбрасывал его со счетов. Итак, женское счастье. Нота. Вторая. Вторая нота. Цена. 1250 рублей. Практически максимально. Есть чуть подороже, но вы выбрали очень хорошую ноту. Слушаем музыку. Да, Татьяна. Что-то такое произойдет. Так. А какое, какая рифма на слово «произойдет»? Песня «Женское счастье». Значит, главная героиня у нас кто? Девушка. Да. Любит заниматься вокалом. Итак, раз, два, три. Девушка, которая поет, гости из будущего. К сожалению, вы ошиблись. Бывает, бывает. На самом деле, я, если честно, конечно же, мог и дальше продолжать подсказывать, но я люблю такие ошибки в начале тура. Это всегда встряска для всех. И, конечно же, большое горе для участника, который ошибся. Две мелодии, вы вне игры. Зрители поддерживают вас аплодисментами. Татьяна, ничего страшного, вы скоро вернетесь. Владислав, прошу вас, выбирайте. Давайте «Здравствуй, век». «Здравствуй, век». Первую? Первая нота. Слушаем музыку. Владислав. Ее зовут Маша, она любит Сашу. Да, и там еще надо обязательно добавить, чтобы был ответ правильный. Ё-моё. Засчитано, конечно! Прошу, выбирайте. Давайте там же вторую. «Здравствуй, век». Татьяна, еще одна мелодия. Одна штрафная мелодия, вы в игре. Вторая нота в категории «Здравствуй, век». Поехали. Да, Владислав. Теряю тебя, тихонько теряю. Совершенно верно. Меняю. Ирина Ортман. Да, угадано. Отлично. Не дали пропасть 750 рублям. На Татьяны сжигается свет. Да. Мы снова в игре. Мы встречаем Татьяну аплодисментами. Выбирайте, Владислав. Давайте там же третью. Третья нота. Поехали. Да, слушаю вас, Татьяна. Глюкоза. Глюкоза, да. Вы когда-нибудь кололи булавкой палец? Бывал, конечно. И что вы вскрикивали? Ой. Угу. А если два раза булавкой палец уколоть? Ой, два раза.
А если убрать слово два раза, какое название песни получится? Ой-ой, глюкоза, совершенно верно, да. Татьяна, вы меня начинаете пугать на самом деле. Не торопитесь, вы же знаете музыку. То, что это глюкоза, знали. Но дело в том, что я музыку знаю, а послушайте, слов не послушайте очень. Песенку, ну еще чуть-чуть. И потом давайте правильный ответ. Выбирайте. Ну давайте продолжим тогда. Здравствуй, век. Здравствуй, век. Завершаем эту категорию. Слушаем. Слушаю вас, Наталья. Так, друзья. Знаете, по-моему, игроки сговорились над ведущим. Но первый тур, он же ничего не решает. Давайте поваляем дурака и доведем его до состояния кипения. Зачем? Мы нажали на кнопку? Случайно, да? Вы случайно нажали. А вы знаете, что у нас случайности в программе нет, нужно отвечать. Ближайшая к Земле звезда. Ближайшая солнце. К Земле... А? Солнце. Так, уменьшительно, ласкательно, как солнышко. Мы узнаем? Мы правильно отвечаем, но только после того, как вам подсказывает ведущий. Да, солнышко, Андрей Губин. Но так он называл свою девушку в песне, потому что без нее ну никак. Приглашает огромное количество себе людей на тусовку, там пьянка, конечно, оргии, а ему вот все никак без солнышка. И потом солнышко к нему приходит. На этом время первого тура издевательского, надо сказать, над ведущим. Владислав, единственное, что я вас исключаю из этого издевательства, вы не участвовали. В этом проявилась ваша мужская солидарность. Так вот, время первого тура подходит к концу. Во втором туре, милые дамы, соберитесь. Стараемся. У вас есть все шансы стать победительницами нашей программы. Уважаемые участники, прошу вас зайти на подиум и возвращайтесь во втором туре уже просветленными. Я жду от них просветления, потому что хватит ведущему все просто подсказывать. Что называется, кормить с чайной ложечки. Они возьмутся за ум. Я ожидаю очень красивого и интересного второго тура. Теперь расслабляться нельзя, нужно зарабатывать деньги, потому что один из участников покинет наше шоу по итогам вот этого самого второго тура. Уважаемые участники, добро пожаловать во второй тур нашей программы. Владислав, вы не издевались надо мной в первом туре. У вас наибольшее количество денег, и я считаю, что это справедливо, что Владислав выберет первую категорию второго тура. Рок-фестиваль, хиты 20 века, музыкальный глобус, зона Любе. Давайте хиты 20 века. Хиты 20 века. Желаю удачи, поехали. Да, Владислав. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди, совершенно верно. Владислав, прошу вас, выбирайте. Да, дальше. Оставимся в этой категории, следующий. Наталья. Раз. Где по-прежнему? Какой части тела? Эфемерный. Раз, два, три. Но красота актрисы так обманчива, да? И в душе моей все по-прежнему. Две мелодии вне игры. Нет, нет, нет. Уважаемые участники, ну давайте уже не превращать нашу игру, наше шоу. Ведущий, скажи за меня, а я соглашусь. Аплодисменты Наталье, поддерживаем ее. Татьяна. Музыку знаем. Уверенность слова присутствует. Нет. Выбираем. Ну, давайте продолжим. Хиты 20 века. Следующее. Владислав. Построил чудный город. Чудный город. Павел Кашин. Совершенно верно. Угадано. Засчитано. Вот берите пример с Владислава. Играет, но просто не придерешься. Я, может быть, хотел бы его утопить, засчитать ему поражение. Не могу, не имею права. Абсолютно верно отвечает. Выбирайте, Владислав. А там все, больше нет? Еще есть одна. Давайте ее. Последнюю. Берем. Да, Владислав. Не подходи ко мне, я обиделась. Я обиделась, да. Вот смотрите, была абсолютная... симметричная ситуация. И Татьяна, и Владислав пытались вспомнить слова. Но почему-то у Владислава всегда складывается строчка, да? У вас нет. А кстати, Наталья, вы отсидели две штрафных мелодии. Выходите на свет Божий под аплодисменты всех присутствующих. Добро пожаловать. Владислав, выбирайте. Зона Любе. Зона Любе, прекрасная категория. Но тут милые, очаровательные, любимые, единственные вы должны знать. Поехали.
Слушай вас, Наталья. Веселее рабочий класс. Атас. Атас, да, наконец я услышал то, что я хотел услышать. Веселись, рабочий класс. Засчитано. Наталья, выбирайте. Здесь же. Здесь же зона, любая следующая мелодия. Владислав. Что-то как курили, как смолили. Ну, а кто из нас не курил в детстве? Нет, сейчас. А потом был с отцом разговор. Вот эта фраза из песни, да, совершенно верно. Помнишь, пиво носили в бидонах, ох, ругался на это весь двор. Хиты 20 века, зона любая, отгремели либо музыкальный глобус, либо рок-фестиваль. Давайте музыкальный глобус. Музыкальный глобус. Широта, долгота, север, запад, юг, восток, полуостровы, города, все здесь. Слушаем музыку. Наталья. Я уеду в Иваново. А Иваново город невест. Совершенно верно. Есть. Уважаемые участники, на этом время второго тура нашей программы заканчивается. Наталья, хочу сказать, что я не верил в это. Я честно, мысленно, что называется, с вами попрощался, похоронил. А рано хоронить Наталью. Взялись за ум, прекрасно. Владислав, отличная игра. Татьяна, ну не то чтобы наше шоу и ваша игра, они не созданы друг для друга. Просто сегодня, к сожалению, мы подобрали не те мелодии. Ай, мы старые пни. Будем прощаться. К сожалению, по итогам второго тура вы покидаете нашу программу. Аплодисменты Татьяне. Спасибо огромное за ваше участие. Владислав, Наталья, увидимся в третьем туре. Прошу взойдите на подиум, уважаемые участники. Наталья совершила, я считаю, подвиг. Отлично отыграла в категории «Зона любэ». Угадала одну мелодию в музыкальном глобусе. Хорошая игра, ничего не скажешь. Вы в третьем туре, уважаемые телезрители, вместе с нашими игроками. Уверен, вы успели их полюбить. Конечно, вы аплодируете вместе с нашими зрителями, а они занимают свои игровые места. Владислав, играете прекрасно. Закономерно выходите в третий тур. Наталья, чудесам есть место в жизни, как и есть место подвигу. Поработали. Дали, что называется, задание серому веществу. И вот результат. Мы тоже вас видим в полуфинале. Лидером по итогам первых двух туров является Владислав. Вы начинаете торги после моей подсказки. Песня, объясняющая нежелание сочетаться с законным браком. Прошу. Я попытаюсь угадать эту мелодию с 7 нот. Владислав, я попытаюсь угадать эту мелодию с 6 нот. Я попробую с 5. Угадывай. Угадывай, 5 нот песни, объясняющей нежелание сочетаться с законным браком. Лёлик, солнце, я тебя люблю, но замуж не пойду. Все очень просто. Я немного полетать хочу. Защита на 1-0. Подсказка номер 2. Песня о профессиональном желании устраивать чужие судьбы. Прошу вас, Владислав. Я попробую опять угадать эту мелодию с 7 нот. А я попробую угадать эту мелодию с 6 нот. Угадывайте. Угадывайте. Итак, 6 нот песни о профессиональном желании устраивать чужие судьбы. Раз. Два. Очень известная песня. Будет обидно. 3. Версию. Свою версию. Любую. Ну, 1, 2, 3. Паромщик. Как вы могли не угадать эту мелодию? Надежды служат на земле паромщик. Людям то берег левый нужен, им то берег правый. Людей так много, он один у переправы. 2-0. Аплодисменты Владиславу, аплодисменты Наталье. Наталья, еще ничего не потеряно. Но ситуация, скажем так, шаткая. Подсказка номер 3. Песня о юной особе, мечтающей найти сказочную любовь. Владислав, прошу. Я попытаюсь угадать эту мелодию с 7 нот. Я попытаюсь угадать эту мелодию с 6 нот. Угадывайте. Угадывайте. Песня о юной особе, мечтающей найти сказочную любовь. Раз. Наталья. Не красная шапочка. Не про красную шапочку. Во-первых, красная шапочка еще по возрасту рано мечтать найти сказочную любовь. Ну, сказали бы, ну, я не знаю, там, дюймовочка хотя бы или там принцесса на горошине. Девочка с севера, девочка ниоткуда. Помните? Да. Девочка с севера вся в ожидании. Чудо и любви. Чудо не случилось. 3-0! В пользу Владислава. Победа!
Наталья, на самом деле, я чуть-чуть расстроился, потому что такой был красивый порыв во втором туре. Вы так рванули, я был уверен, что состоится рождение сверхновой. Но сегодня в нашем шоу, ну, что-то не сложилось для вас. Приходите, что называется, завтра. Спасибо огромное, Наталья. Аплодисменты нашей участнице. Наталья, играли очень интересно, очень красиво. Всего доброго, Владислав. Увидимся в суперфинале. Прошу, зайдите на подиум. Хотя, с другой стороны, Владислав всю дорогу первый, второй тур играл очень ровно и очень уверенно. Значит, он закономерно выходит в финал и разгадает нашу суперигру. Уважаемые телезрители, вот он, финал. Владислав Бахмутов появляется пред вашими светлыми очами. Желайте, конечно же, желайте ему победы и успехов в нашей суперигре. Владислав, вы по профессии инженер-конструктор. Да. Вы знаете, мы соорудили некую конструкцию. Она достаточно хлипкая. Там 7 мелодий держатся на 30 секундах. Я уверен, что вся эта конструкция падет под ударами вашей музыкальной эрудиции и вашего желания победить. Я в это верю. У вас 16 161 рубль. Ну, цена, которая, мне кажется, не совсем вам подходит. Вы игрок более мощный, более сильный. Вы должны уйти с большим выигрышем. Согласны с моей мыслью? Попробую. Тогда давайте желать победы нашему финалисту, Владислав Бахмутов. Победитель нашей сегодняшней игры, и один шаг отделяет его от звания суперпобедителя, супергероя нашего сегодняшнего шоу. Готовы? Да. Поехали. Эту боль и это чудо я пронесу через года. Я не забуду. Да, не забуду. Совершенно верно. Группа «Динамит». Конечно. Угадано. Дальше. Потолок ледяной, дверь скрипучая. За шершавой стеной тьма колючая. Да, 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 да. Дальше. Ну, такой известный, известный созвездие. Да, 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 да. Боярский поет. Да, Боярский. «Где твой медведь?» Большая медведица, да. Вечно ты одна, где твой медведь? Есть такие слова. Дальше. «Свет твоей любви». «Не прольется золотым дождем». Кристина Орбакайте. Засчитана. Очень хорошо, надо чуточку побыстрее. 14 секунд в запасе, 3 мелодии впереди. Поехали. «Я — это ты, ты — ты — это я, и никого не надо нам». Да. Прекрасно. За 2 секунды угадали эту мелодию. Итак, 12 секунд в запасе. Мелодия номер 6. Верка Сердючка. Да. Она же Андрей Данилко. Да. Главная песня фильма «Мимино» какая? «Чита Дрита». Вот там было «Чита Гурита», а здесь «Чита Дрита». Совершенно верно, да. Да. Ну все, я правильно сделал, что подстегнул ваш темп. У вас в запасе целых 10 секунд и сложнейшая мелодия номер 7. Советую не торопиться. Поехали. Сложнейшая мелодия. Иванушки, тополиный пух. И он выигрывает нашу суперигру. Владислав, просто потрясающе. Замечательно, очень хорошо. Вы волновались, он до сих пор волнуется. На самом деле, я чувствую легкое тремоло его руки. Но самое главное, что он переборол свое волнение и заработал все деньги, которые можно было сегодня заработать в нашей программе. Но деньги не главное. Главное – это право называть себя суперфиналистом нашего шоу. Андрею это удалось. Честь и хвала. Ну и, конечно же, Иванушке. А куда мы без них? Их музыка так часто звучит в нашем шоу. И, смею вас уверить, будет звучать. До новых встреч. Счастливо. Пока. С вами Тополиный пух. Смелом ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью,
воду, воздух, время, маленькую тайну, то, чего не знаешь, никому не скажешь, и беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пуш, жара и юль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Тополиный пуш, жара и юль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Только снега, снега, снега.